В городе Сатпаев, области Улытау, успешно начался отопительный сезон. В настоящее время специалистами проводятся соответствующие ремонтные работы резервного котла номер 4. Подробнее в материале. Тепловая станция номер 1, расположенная недалеко от города Сатпаев, является главной котельной. Она снабжает теплоэнергией город и близлежащие промышленные объекты. Акиматом города в этом году были проведены капитальный и текущий ремонт 4 котлов. Общая сумма составила 1,2 миллиарда тенге. Также дополнительно было выделено 500 миллионов. На эти средства специалисты приступили к текущему ремонту котла номер 4 и восстановлению дымоходов. В результате доля вредных выбросов в атмосферу снизилась. Ремонтные работы на котле номер 4 продолжаются. Работы идут по графику. Ремонт завершится в ближайшие дни. Эти работы не препятствуют теплоподаче. Зимой, когда очень холодно, запускаем 3 котла одновременно. Кроме того, будет импортировано 150 тысяч тонн угля и 1 тысяча тонн мазута. У нас все есть для качественного прохождения отопительного сезона. В целом отопительный сезон в Сатпаеве стартовал успешно. Котлы номер 1 и номер 3 работают на полной мощности. Соответствующие ремонтные мероприятия завершены. Также запланированы работы по ремонту систем залоулавливания водогрейных и паровых котлов. Ремонтные работы для резерва котла номер 2 будут завершены в ближайшие дни. Произведен запуск тепловой станции. В настоящее время проводятся режимоналадочные работы. Во время данных работ может наблюдаться незначительные выбросы золы, повода для беспокойств нет. Тепловая станция работает согласно температурного графика. В настоящее время на улице температура наружного воздуха плюс 5, в трассу мы должны подавать 60 градусов. Согласно телефонограмме ТО СПТВС мы идем выше температурного графика на 10 градусов. Тепловая станция в городе Сатпаев раньше потребляла больше угольного порошка и мазута, но сейчас перешла на современные и эффективные технологии. За первые 3 месяца отопительного сезона своевременно доставлено 105 тысяч тонн угля и 900 тонн мазута. Стоит отметить, что работоспособность и стабильность городских тепловых сетей обеспечивает ТО «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения». Динара Сартаева, Бюльдерген Асагат, телеканал Сарарка.